Здравствуйте, меня зовут Александр Воеводин, я основатель международной сети кофеен My Coffee. Сегодня я нахожусь в Нигерии, город Лагос, и наш тренинг сегодня прошла Patience. Представьтесь, пожалуйста, и скажите, из какого вы города родом? My name is Patience Austin, I'm from Ohio, Boston State. Подскажите, с какой целью вы проходили тренинг бариста от компании My Coffee? Пейшенсу работала официантом в кафешке, и она видела, как делают кофе, но никто ее никогда не тренировал, не показывал, и у нее было безумное желание этому научиться, и она безумно счастлива, что она попала на этот тренинг, и у нее самые положительные эмоции. So I'm really happy now. I'm able to get along with people. I'm really happy. I feel so excited to do this. So you saw how coffee has been made, but you didn't have the trend and you wanted to make it yourself. Как прошел тренинг? Какие впечатления остались у вас после тренинга? It's really nice and fun. I enjoy myself. Ну, она с удовольствием провела здесь время, и она безумно довольна, что она попала на этот тренинг, и счастлива, что она умеет делать этот кофе сейчас. I feel great. I feel... Какой этап тренинга самый интересный и запоминающийся для вас? Что в тренинге вам понравилось больше всего? Он говорит, что, естественно, практика была более положительным моментом и принесла больше удовольствия, но и теория важна, и она понимает, что в теории еще нужно подтянуть. Какой был один самый запоминающийся момент? Что вам вот прям яркое самое за эти 6 дней запомнилось на тренинге? Что больше? Один момент какой там может быть? The most interesting part of it. Понравилось то, чему ее научили, как она теперь ведет себя с кофе, и ей понравилась группа, и то, как это было организовано. And secondly, I really love the gathering, the fun with everybody. Что вы посоветуете тем, кто в будущем только планирует проходить обучение профессии бариста? My advice to them. Она желает, чтобы каждый получил такую возможность пройти такой тренинг, потому что она, все ее друзья просто желали. Она показывала, рассказывала, делилась материалами с друзьями в церкви вчера. Все были очень заинтересованы, все были очень счастливы за то, что она получила такую возможность потренироваться. That. We are so happy yesterday when I showed them, so they were happy. I wish everybody can have a Я вас поздравляю с успешным обучением.